Отдыхая в Рогашке, можно совмещать лечение с деловой, культурной и спортивной программами. Здесь, например, есть большой зал для проведения конгрессов, конференций и форумов. В гранд-отеле «Сава» в баре «Капучино» организуются танцевальные вечера. И причем профессионального уровня. Пары выступают на настоящем паркете. Отели «Сава» и «Загреб» популярны и у молодоженов. В Загребе часто проводятся свадьбы. Говорят, что отметить торжество в таком романтичном месте – это залог долгой и счастливой супружеской жизни.